В завершение выпуска о спорте. Турнир по вольной борьбе среди юниоров стартовал в области ЖТСУ. Соревнования в селе Башо проходят в честь знаменитого атлета Калибека Байденова. Сегодня его воспитанники успешно выступают на аренах различного уровня. На своей малой родине он подготовил новую смену из юных борцов. Именно им в эти дни предстоит защищать честь родного клуба. Выступают спортсмены в 20 весовых категориях. Это первое мое серьезное состязание. Я выступаю в составе команды своего родного села Басши и мечтаю стать знаменитым борцом. Ну а чтобы добиться этой цели, я буду постоянно тренироваться. Турнир проводим уже второй год. В нынешнем участников в два раза больше. Растет уровень и их мастерства. Приезжают хорошо подготовленные ребята. Именно такие состязания дают возможность сформировать сильнейший юниорский состав.